Привет-привет, мои дорогие друзья, с вами Лилия Донскова и целый пакет пустых баночек за сентябрь месяц. Вот так вот, слушайте, очень тяжелый пакет, даже самое интересное, что же там лежит. А там лежит 28 баночек от Oriflame на 323 балла по текущему каталогу, на 20 505 рублей по ценам каталога и 16 404 рубля по дистрибьюторским ценам. То есть экономия составила 4101 рубль. Все посчитано. Интересно, а вы считаете, сколько вы расходуете продукции в месяц? Раньше я считала, что это глупость какая, зачем это все считать? Да какая разница? Да не так уж и много мы тратим. Но сейчас по факту я просто вижу, что мы очень много тратим денег на продукцию, которая необходима. В принципе, лишнего ничего нет. Вы сейчас сами все увидите. И вот прям сверху сразу две пустые баночки. Это коробочки из-под витаминов Wellness Pack. Мужские и женские. Две коробочки, значит, кто-то не допил. Ну, не всегда бывает, что прям каждый день пьем. Но стараемся пить каждый день, особенно сейчас, когда начинается пора холодов. Вирусы активизировались, и поэтому нужно их встречать достойно, чтобы они, им было к нам неинтересно, да, то есть давать им такой серьезный отпор. Wellness Pack мне очень нравится, мы пьем эти витамины уже много лет, и могу сказать, что они действительно работают, поэтому тоже вам рекомендую, если важно для вас ваше здоровье, как вы выглядите, как вы себя чувствуете, то витамины, конечно, необходимы. Держу одну из моих любимых коробочек. Действительно, этот продукт занял в моем сердце место прям большое, и сейчас здесь осталось только два приспособления, для того чтобы одно для того чтобы вскрывать ампулу, другое для того чтобы использовать сыворотку, которая внутри ампулы. Здесь всего 7 ампул, ну, пустая коробочка. В ампулах сыворотка. Сыворотка с пептидами. А пептиды, они очень круто влияют на кожу, то есть помогают коже вернуть упругость и убрать дряблость. Представьте, то есть кожа становится такая упругая, плотная, уходит дряблость, особенно это видно на шее. И особенно это увидят взрослые девочки, как и я, потому что шея, она стареет. И кожа истончается и немножечко провисает. Вот пептиды, они помогают убрать этот неприятный эффект возраста и справляются прям на ура. 7 ампул утром и вечером по половинке, и красота. Допила одну баночку питательного коктейля. Как раз он у меня до 11-22 успела. Коктейль на... Не просто коктейль питательный, а именно коктейль для контроля веса. То есть, кому надо поправиться, поправиться, кому надо постранеть, будут странеть. Что мне в этом коктейле особенно нравится, то что одна порция заменяет один прием еды. А, вкусно пахнет. Вы знаете, сначала мне больше понравился шоколадный, а потом случайно взяла ванильный. Думаю, дай попробую. А теперь еще взяла две банки шоколадного и понимаю, что ванильный мне все-таки больше нравится, но уже шоколадный стоит. Итак, коктейль очень действительно сытный, его нужно пить с молочком по специальному рецепту, то есть не нужно придумывать чего-то, все написано на банке, как пить, сколько разводить и где и когда. Я считаю, что это просто, просто вау, классный продукт. Мало того, что он полезный и питательный, так еще и чувствуешь себя с ним так, такой легкой, воздушной, здоровой и красивой. И стройной, самое главное. Держу в руках пустой флакончик от кондиционера для волос. Серия Climate Control. Hair X. Просто вау, как я люблю эту серию. Но не все мне продукты нравятся. Например, серию для окрашенных волос я не очень люблю. Хотя крашусь регулярно. А вот мне нравится больше всего из этой серии против выпадения волос. Это мой фаворит. И климат-контроль беру, особенно на зиму. Нам он очень нравится зимой, когда идут вот эти вот мороз, жара, сухость в помещении, волосы страдают. А с этим продуктом прям хорошо, вот прям очень хорошо. Кстати, вот один закончился, я уже другой сегодня достала, поставила на полочку, но еще не использовала. Так, закончился шампунь для жирных волос. Знаете, ой, даже там капелька не использована. Знаете, вот для меня он
суховатый, то есть волосы прям подсушивают, потому что они у меня сами по себе еще такие вот окрашенные, осветленные, они сами по себе сухие, еще шампунь для жирных волос, естественно, он делает их еще более сухими. Но у меня кожа головы жирная, поэтому я первый раз мою вот этим шампунем. Потом мою, например, шампунь-скраб с углем. Мне очень нравится. А потом мою Бьютаниклс. То есть у меня бывает 2-3 раза. Или сначала мою им, потом шампунь с углем. Если чувствую, что скраб весь промылся, то уже третий раз не мою ничего. Так что, в принципе, для одного раза мне, конечно, он подходит и нравится. Эффект нравится, потому что волосы более долго такие вот чистые, упругие, живые и комфортно, очень комфортно. Так, что вам еще показать? Слушайте, ну раз уж речь пошла о волосах, давайте вот прям про волосы и продолжим. Как раз вот он, тот самый скраб с углем. Мне, кстати, одного пакетика хватает на 2, даже на 3 раза порой. Ну, на 2, давайте уж. Не, ну, редко бывает, что чуть-чуть осталось, думаю, ладно, в другой раз доиспользую. Его здесь много, он очень хорошо пенится. Кто-то пишет, он не пенится. Девочки, я не понимаю, как он не пенится? Там такая пена от него, просто огонь. Так что использовала 2. Так, здесь у меня это маска для лица. И 3 масочки для волос как раз. Все разные. Банановая, с авокадо и с папайей. И все 3 классные. Они разные, но самое главное, что их объединяет, это качество волос. Волосы такие становятся классные, живые. Вот сегодня, кстати, мыла как раз волосы и докончила вот эту маску. Вот качество волос. То есть они все хорошо расчесываются, рассыпчатые, блестящие, чистые. А как они пахнут? Вот банановая, это просто вау. Ее хочется съесть. Настолько вкусный, привкусный аромат. Еще одна маска у меня для лица тканевую делала маску. Как раз она сейчас была по акции в каталоге, заказала несколько штук. Но видите, я не так уж часто тканевыми пользуюсь. Мне нравятся маски в тюбиках. Я их прям на ура использую. Кстати, вот что еще нашла. Маленький шампунь, 30 мл, мед и молоко. Я его брала в дорогу с собой и посмотрела, что его чуть-чуть прям осталось. Ну, в следующий раз уже не возьму, поэтому я его использовала и тюбик выкидываем. Еще маски. Масок много не бывает. И мы с дочкой оценили вот эту масочку из новой серии Wound, разогревающая. Она не просто разогревает, она делает такой прям огонь, просто огонь. Кстати, одного пакетика мы думали будет мало, но нет, нормально, хватает как раз на все лицо. И первое ощущение, когда наносишь, горячо, прям горячо, так приятно. Ну, быстро проходит это ощущение. 20 минут держим маску, смываем. И потом узенькие-узенькие поры. Матовая кожа, но при этом она мягкая. И вот бывают маски такие очищающие, которые там чистят поры. После них получается такой эффект, как будто вот чуть-чуть стягивает, хочется быстрее крем нанести. А эта маска, она уже сразу, она и очищает круто, и с порами работает, и увлажняет. Очень рекомендую, попробуйте, влюбитесь в эту маску. Но если уж говорить про очищение, то вот еще крышку выкинули. Она потому что сломалась. Иногда на этих тюбиках, вот минус прям вот этой серии Love Nature, на некоторых флакончиках у нас уже пару раз такое было. Крышка, если чуть-чуть прям перетянешь, она и отламывается. И все. Ну вот дочка у меня использовала этот продукт с очищения с чайным деревом и с лаймом. Оно как раз идеально подходит для комбинированной и жирной кожи. Очищает прекрасно. Аромат суперский. Я даже иногда сама пользовалась, потому что нравится, как пахнет и какое чистое, чистое лицо. Такое прям аж скрипит. Но мне такое средство для меня жестковатое получается, поэтому я им изредка просто пользуюсь. Так, в руках держу пустой флакончик, тоже закончился гель для душа, огурец и мята. Знаете, такой необычный мята, по-моему. А, зеленый чай. Огурец и зеленый чай. Ну, у него такой аромат, знаете, вот такой свеженький, немножечко вот зелененький, я прям их так называю. Зелененький, свеженький. Классный гель. Я люблю серию Love Nature. Мне нравятся продукты. Очень нравится. Вот, забыла, как называется новая серия.
одна из последних, где вышла линейка гелей. Вот мне даже Love Nature нравится больше, чем эти новые гели. Жидкое мыло, второй флакон, закончился кокос и какао. Это что-то с чем-то. Кстати, вот по аромату мне очень нравится. Я использовала крем из этой серии, использую сейчас лосьон, огромный флакон с дозатором. А вот мыло, если сравнить его даже с теми же сородичами из этой же серии Love Nature, так, например, с алоэ, с оливками, да, с оливой, и еще с разными фруктами, там грейпфрут, яблочко, то есть такое вот фруктовое, по консистенции это более жидкое, то есть те более такие концентрированные, они как будто как желе такие густые. Это более жидкое, но при этом оно ничуть не хуже и также прекрасно очищает, увлажняет, пенится. Я даже скажу, что мне было приятно с ним просто душ принимать, потому что мне нравится вот быть в облаке этого аромата. Такое ощущение, что я в десерт на себя, да, наношу, это очень вкусно. Так, Михаил отдал флакончик от дезодоранта, шариковый дезодорант Экла, и он его не берет вообще. То есть Миша говорит, ну, не помогает. И я сейчас ему дала другой дезодорант. То есть ему дезодоранты Oriflame почему-то, ну, вот как-то, ну, не спасают. Также потеет, также пятна на рубашке остаются. И мы пробовали даже, заказывали в аптеке специальное средство, нам сказали, это просто работает на 100%, и оно ему тоже не помогло. И привозили с Таиланда такие интересные дезодоранты, там как минералы, тоже про них говорят, 100% защита. Вот они, кстати, были получше, работали, но тоже со временем они потеряли как бы свое свойство и перестали спасать. Так, эта дочка отдала два продукта, смягчающее средство с маслом семян клубники, такая вкуснятина, просто очень вкусная. Но пахнет, кстати, не клубникой, а знаете, чем пахнет? Как будто бы что-то такое, как конфетками какими-то молочными, рисками, не знаю, чем-то очень вкусненько. И отдала на пудру, самый светлый оттенок, серия Giordani Gold. Мне кажется, она ей так долго пользовалась, что она очень редко красится и очень мало использует косметики, вот прям минимум-минимум. И пудра поэтому ей прослужила долго. Ну, сказала, пудра хорошая, давай еще. Но у меня сейчас нет светлого оттенка, так что надо будет заказать. Так, закончилось такое средство, это сушка для гель-лака. Специальная, закрепитель, фиксатор гель-лака. У нас есть серия таких лаков, которые мы наносим при дневном свете. Наносим, подсыхают сверху вот этот закрепитель, фиксатор, и еще сушим, и получается стойкий лак до 11 дней. Но у меня, честно говоря, нет, он не держался никогда 11 дней, он максимум 5 дней держался. У меня лаки не держатся вообще, и это моя проблема. И последние три флакона, вы, наверное, сейчас будете удивлены, это три аромата. Очень редко заканчиваются ароматы, потому что у меня их огромное количество, около 50, может быть, чуть больше. Даже если с дочкой посчитать, то там точно будет очень много. И в них было во всех по чуть-чуть, вот прям по чуть-чуть. И я поставила себе цель использовать и выкинуть. У меня, знаете, сейчас такое желание прям расхламлять, все выкидывать, все освобождать пространство. Я не знаю, ну какой-то период, знаете, классный. Я делаю такую чистку, все заканчивается, выкидываю, знаете, как, чтобы было больше воздуха. И вот аромат Poses, это классический, тот самый первый, который вышел, он безумно сексуальный аромат. Я даже, когда им пользуюсь, я даже сама себя люблю еще больше. И два аромата Paradise, их, к сожалению, сняли с производства. Один желтенький Paradise, а другой Paradise Amazing. Amazing, наверное, правильно, если читать. Я, конечно, не спец по... Так, кто кота мне в шкафу закрыл? Кот просит снаружи. И оба они крутые, но абсолютно разные. Если этот такой женственный, такой мощный, просто
Просто силище, вот просто силище, такой аромат. У меня, кстати, есть новый, я его себе обязательно оставлю. А второй аромат, он такой летний, легкий, сказочный, загадочный, он фантастический. У меня, кстати, его много заказывали, и когда их сняли с производства, у меня прям был жирный вопрос: как? Зачем? Почему? Зачем такие крутые ароматы снимать с производства, если люди их любят, люди их заказывают, их постоянно нет на складе? То есть это вот это фишки, и у них дизайн такой классный. Я бы с удовольствием вот это тоже на лето. Это один из лучших, мне кажется, наших летних ароматов, который был в Oriflame. Вот и все, пустая коробочка. Сейчас мы что делаем? Мы распределяем картон мы в макулатуру, пластик в пластик, стекло на помойку. У нас стекло не принимают. Но мы едем в Леруа Мерлен и сдаем, там у нас стоят огромные такие помещения с окошками, и прям написано, куда что раскидывать, мы туда все раскидываем, это очень удобно. А банку я не выкину, я оставлю банку под травы. У меня уже несколько таких банок есть, я на них подписываю, например, чабрец, мята, мелисса, ягоды какие-то, и в эти банки очень удобно складывать. Кстати, можно даже переклеить какую-то, сделать новую обложку, да, так одежку для этой банки, потому что она хорошая, она герметичная, у нее хороший материал, крышечка удобная. Так что если пьете такие коктейли, банки не выкидывайте, используйте. Опять же, зачем деньги тратить на банки, если вот классные, по объему они большие, то есть и так все вместе поставить, будет красиво смотреться. Вот и все. Спасибо вам за внимание. Желаю вам всем приятных покупок, чтобы они вас радовали, чтобы вот так использовать до последней капли, как у меня дочка. И я также делаю, кстати. Мы, в общем-то, достаточно экономные люди, то есть мы не стараемся так выкинуть. То есть я люблю купить, чтобы продукцию использовать до конца, до последней капли. Всем желаю хорошего настроения. Пишите обратную связь. Считаете ли вы свои баночки, сколько денег вы экономите каждый месяц? Вот просто представьте, если посчитать за год, какая экономия. Кстати, вот эта сумма небольшая. У нас бывает сумма и 30 с чем-то тысяч за каталог используем продукции на такую сумму. А это уже супер экономия. Так что всем пока-пока.